Всем привет! Мы вчера ездили в Ленту и, значит, закупились. Вот, ну, в общем, у меня никак не получается снимать это на столе, все наши покупочки. Вот, в общем, придется репортаж делать из холодильника. Вот, в общем, и показывать, что же я все-таки купила вчера в Ленте. Я купила вот такое молоко. Два молока взяла. Мне нравится, оно вкусное, мы пьем его. Когда в Ленту не ездим, мы берем в нашем магазине красные и синие пачки, вот такие вот. Вот. Потом, значит, мы купили кефир Простоквашино. Мне очень понравилось. Такое вкусное по сравнению с другими. В общем, мне нравится. Вот. Я купила тоже две бутылочки. Так, еще, значит, мы взяли вчера шоколад вот такой Милка. Он, по-моему, по 48 рублей. Мы одну вчера уже скушали. Я купила, значит, вот такой вот сыр плавленый. Два вида. Один такой, другой такой. Вот. Вчера, значит, купили мы еще творожок. Я уже вчера попробовала его, вот, ополовинила. Очень вкусный, мне понравился. Вот такой вот творог. Вот. Потом, значит, мы купили сыр. Сыр я взяла два разных. Вот. И взяла еще вот такой, ну, уже мы вот скушали. Вот осталось кусочек. Купили, значит, ой-ой-ой, не разбить. Купила я, значит, сок. Один. Купила я два сока. Один вчера уже начала этот с мякоти вроде как. Начала пить вот этот сок. И еще купила вот такой сок. Значит, я еще вчера купила вот такую колбасу. Вот. Она мне тоже понравилась, вкусная. Вот я взяла две палочки, купила, значит, капусту морскую. Мы одну уже баночку скушали. Я купила две. Вот. И купила, значит, вот такую сметану. Вчера тоже кушала эту сметану с творогом. Вот. И, значит, колбасу вот мы уже ополовинили. Вот такая вот она в разрезе. Вот. И, значит, салат из морской капусты. Здесь вот крабовый, это крабовый в соусе. А вчера мы кушали, был сырный в соусе. Вот. Мы часто покупаем тоже. Ой-ой-ой-ой. У меня тут все падает. Вот. И, значит, и вчера мы еще купили напитки. Купили вот фанту, которую уже вот ополовинили. И купили это, спрайт. Вот. Вот такие вот у нас вчера были покупочки. Сейчас я все сложу обратно. Вот. Еще мы, значит, купили сухой корм для кошек. Мы стараемся вот такой брать, он самый дешевый, 169 рублей. Вот. И купили еще, значит, порошок. Но порошок мы вчера очень выгодно взяли. Мы его взяли по... Здесь 4,5 килограмма. Мы его взяли за 333 рубля 99 копеек. И скидка здесь обошла 491 рубль скидка на порошок. Я вчера купила, значит, казанчик кукмара. В Ленте увидела. И мне он так понравился. Я уже вчера даже в нем приготовила. Вот. Жарится прекрасно. Варится хорошо. Вот такая крышечка. Запотела она.
потому что мы подогрели. Вот. Вот такой вот хорошенький казанчик. Не получилось его заснять новым, чистеньким. Вот, ну, в общем, вот такой вот. Это на 6 литров. Казан на 6 литров. Вот. А вот почему-то... А, открыла, когда... Вот такая прозрачная крышечка в нем. Такой хороший казанчик. Мне очень он понравился. Он стоит 1200 с чем-то. Вот, ну, в общем, мне понравился, я купила взамен моего старого казана. Ну, пусть это будет мой подарок на 8 марта от детей. Еще мы купили апельсины, мандарины и хлеб. Вот. Берем вот такой хлеб кукурузный, мне нравится. И... Ну вот кусочки остались, мы прям все съедаем. Вчера не засняла. Вот. Еще мы купили там туалетную бумагу. Вот такая вот она. Вот. Взяли салфеточки, я уже их применила. Взяли губки. Взяла чистящий порошок, у меня закончился. И взяли туалетную бумагу. Ну вот я ее показала. Вот. И картошка, которую мы половину уже сварили. Вот такая вот она. Мы сами ее выбирали. И вот наш чек. Кому надо, будет приостановите, посмотрите, какие цены. Вот. Не знаю, видно, не видно. Но я думаю, что видно. Так, еще, значит, я вчера купила вот такие стаканчики, но это уже не в ленте, это рядом магазинчики. Вот, вот такие стаканчики. Мне кажется, вот их видно, вот такой объем у них. Вот, и, в общем, вот эта упаковка 70 рублей стоит. Я взяла для рассады, я взяла две упаковки. Вот, еще, значит, взяла прищепочки, потому что вечно они у меня куда-то деваются, непонятно куда. И еще взяла вот такие пакеты. Вот. В общем, такие. Вот эти пакеты по 50 рублей. Вот. Еще их не пробовала, не знаю, ничего не могу сказать, какие они хорошие, плохие. Так, и прищепки. Вот чек с ценами. Так, и прищепки, по-моему, по 27 рублей. Да, прищепки 27 рублей. Вот. Еще вчера, значит, в магазине Шокошоп. Вот мешочек от него. В общем, купил конфеты. Конфеты эти все по 180 рублей. Я вот так набираю в пакет разные конфеты. Они все по одной цене. Вот, и в общем... Вот столько получается. Так, чек я не нашла, потеряла. В общем, куда-то сунула, не знаю. Вот, в общем, ну где-то тут на 400 рублей, здесь 2 килограмма где-то конфет. А вот, и в общем, меньше немножко двух. И в общем, вот я разрезала. Мы любим вот такие конфеты. Вот они. Их постоянно беру, пока они в продаже имеются. И в разрезе они вот такие вот. Ну, очень вкусные, мне нравятся. Потом, значит, я взяла еще вот такие конфетки. Вот. Они оказались тоже... Мы вчера попробовали, я их первый раз вчера взяла. Вот они вот такие в разрезе, но тоже очень вкусные. Потом мне понравились вот эти конфеты. Вчера вот мы их с чаем пробовали. Вот, вот так вот в разрезе, но они тоже очень вкусные, мне понравились. Тут как внутри, типа ириски, что ли, ну что-то ириску напоминает. Вот, ну в общем, тоже очень вкусно, и взяла просто батончики. Вот. Но батончики уже не стала разрезать. В общем, я когда в ленту езжу, я всегда стараюсь заходить в этот магазин. Конфеты там всегда свежие и дешевые. Вот эти конфеты все по 180 рублей килограмм. Я вот так пакет набираю по 2 жмени каждый. Ну, какая мне там понравится этикетка. Вот. В общем, вчера я выбрала вот такие вот конфетки.
На этом мой обзор моих покупочек закончился. Всем пока-пока.